Приветствую вас на моем канале анонсов. И сегодня мы поговорим, что будет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, как вы думаете, кто с претендентом на сердце Ксении Мишины подходит ей больше всего. А сейчас я вам расскажу, что ждет на следующем выпуске. В следующем выпуске к «Холостячке» приедет еще один мужчина. И холостяки будут недоумевать. Они не смогут понять, кто это. Они будут выдвигать версии, будто это отец Платона. Это отец ее сына, сына Ксении Мишиной. Будут думать, что это еще один конкурент. Но на самом деле приедет ее бывший партнер именно по танцам. Ну, возможно, у них что-то там и было, но эта история умалчивает. Приедет Женя Кот с проекта «Танцы со звездами». А вы мне напишите в комментариях, как вы думаете, какой холостяк подходит ей больше всего.